И еще один небольшой такой легкий, довольно-таки вкусный, интересный рецепт салата. Правда, уже все уже, правда, порезано. Ну, расскажу ингредиенты. Берем фасоль. Вот в данном случае была куплена фасоль бабушкина грядка. Деликатесная белая. Ну, хотелось бы, конечно, красную, но красной в магазинах я не нашел. Дальше, следующий ингредиент. Как мы видим, чуть больше, чем полбанки фасоли. Один большой желтый, либо красный, сладкий перец. 1-2 помидора. Пару огурцов. Петрушка. Лук. Посыпаем кунжутом. Оставляем так, чтобы оно постояло хотя бы 15-20 минут. И в это время приготовливаем заправочку. Для заправки будем использовать оливковое масло. В данном случае используем оливковое масло первого отжима. Ну, где-то его нужно будет порядка грамм 50, может быть, чуть-чуть больше. А то и много даже будет, 50 грамм. Яблочный уксус. Можно винный, но мне больше нравится яблочный. Все эти уксус, ложка, где-то пол ложечки большой, либо маленькая чайная уксуса. Столько же туда водички. Это все размешиваем. Добавляем масло. Опять все это перемешиваем. Да, немножко можно будет салатик посолить. Уже непосредственно перед заправкой. Посолили. Выдавливаем где-то четвертую часть. В среднем так берем на такую порцию лимона. Подсаливаем мелкой солью экстра, чтобы не было никаких комочков, ничего. Но должны знать, что она где-то получается раза в полтора будет соленее, чем каменная. Так как она, во-первых, от объема, она и мельче объем получается, весовая часть больше от объема. И плюс нет никаких в ней примесей. Ну, для соления, конечно, она не годится, но для салатов самое то. То есть, что мы делаем? Берем, например, в данном случае уксус яблочный, чайную ложку уксуса, ну, как рекомендуют производители, столько же воды, чайную ложку воды, и добавляем Набираем оливковое масло, достаточно, где-то грамм 50, вливаем это все сюда и смешиваем. Сюда же мы выдавливаем сок лимона. Делаю несколько надрезов, так как лимона до вилки у меня нету. И можно сюда же выдавить сок лимона. Можно выдавить его непосредственно в салат. Но тогда у нас получится что-то более кислое, что-то менее кислое. Так как мы равномерно сильно его не размешаем. Ну, вот где-то чайную ложку мы выдавили. Точно так же это все смешиваем. В данном случае можно попробовать. Ну да, кислоты можно еще немножко добавить лимона. Потом эту заправочку выливаем в салат и аккуратненько лопаточками перемешиваем. Приятного аппетита!